Ну правильно, сначала чпокнет, а потом алики платить. К тому же можно грамотно манипулировать, давить на чувства папашу, так сказать, нового обреченного. И так и в ссоре будет повод и довод, чтобы его поставить в стойло еще глубже и доился, чтобы он еще эффективнее. О, все очень просто, берегите себя, будьте счастливы.